я не читал, что Короченко написал, я с ним знаком. Я только одно могу сказать, что армяне были очень хорошими разведчиками в составе советской разведки, а и даже и российской. Я сам ученик очень известного армянского разведчика Шотавгара Чакопяна. Это замечательный был разведчик у многих. Потом, когда он вернулся в Советский Союз, он много времени уделил воспитанию целых поколений разведчиков. А сам он очень успешно работал на Западе, как нелегал. У него огромные заслуги, награды. Поэтому говорить на эту тему могу только в позитиве. Я не вижу никакого здесь негативного момента. Приплетать к сегодняшней ситуации наших знаменитых разведчиков, а их было немало, а некоторых и не знают, просто их не раскрыли и не рассказали. Но вот я сам опять повторяю, меня учил очень сильный, известный в наших кругах разведчик, армянин. Какие-то сомнения здесь, какие-то параллели, я считаю, просто неуместно. Причем тут одно, другое. Ну да, внедряться умеют. У них очень хорошо это получалось по своему темпераменту, особенно в странах такого средиземноморского бассейна, Испания, Италия, юг Франции, Ближний Восток. Поэтому в этом смысле, да, можно так говорить, что они умели внедряться, потому что отвечала их психоматика, внешность и так далее. Ну да, в этом смысле да, но никаких-то отрицательных я бы не проводил никак. Огромные заслуги на уровне подвигов,